В Шанхае было совершено покушение на следующего генерал-губернатора. Террористическая организация «Корпус теней» координирует свои действия через шпионскую сеть, известную как «Фантом». «Фантому, начинайте операцию». Террористы смогли внедрить агентов правительства. Я знаю, что «Фантом» сейчас в этом зале. Всем агентам явиться на церемонию. В полдень я начну пытать вас, одного за другим. Знаете, кто «Фантом»? Ты же знаешь, что я тебя просто совру. Попрощайся со своей работой. В одиночку выбраться невозможно. Эй, Хёрсон! Поехали, живо! Ты не можешь меня застрелить. Вдруг окажется, что я фантом. Отслеживайте их! Как у него оказался билет? Это вопрос жизни и смерти! Буду рада, если фантомом окажешься ты. Как только найдем больше оружия и машин, уедем в Кёнсон. Не остановимся. Фантома найду я. Пока не достигнем успеха. Кто на самом деле фантом? Отвечайте! Закройте пасть. Шпионский экшн-триллер «Фантом» в кино с 28 сентября.